поэзии Серебряного века не так уж много женских имен. Зинаида – Гиппиус, Софья – Парнок, Ирина – Адаевцева, Мира – Лохвицкая и некоторые другие. Но на слуху сегодня, пожалуй, только знаменитые Анна Ахматова и Марина Цветаева. Романс «Реквием», слова Марины Цветаевой, музыка Марка Минкова, исполняет Ольга Афанасьева. Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали. Настанет день, когда я исчезну с поверхности земли. Застынет все, что пело и боролось, сияло и рвалось. И зелень глаз моих, и нежный голос, и золото волос. И будет жизнь с ее насущным хлебом, забывчивостью дня. И будет все, как будто бы под небом. И не было меня изменчивой, как дети в каждой мире. И так недолго злой, любивший час, когда дрова в камине становятся золой. Виолончель и кавалькады в чаще, и колокол в селе меня такой живой настоящий. На ласковой земле к вам всем, что мне ни в чем не знавшей меры, чужие и свои, я обращаюсь с требованием веры и просьбой о любви. За то, что мне прямая неизбежность, прощение обид, за всю мою безудержную верность и слишком гордый вид, за быстроту стремительных событий, за правду, за игру. Вам всем, что мне ни в чем не знавший меры, чужие и свои, я обращаюсь с требованием веры.